Итак, друзья, встречайте главное предложение сегодняшнего дня. Отличный, стильный, яркий, современный, мощный, мобильный ноутбук Irbis всего за 13 999. Это самая доступная цена для этого ноутбука. Кстати, бесплатная доставка. Оплата только при получении на почте, друзья. Никаких предоплат, никаких задатков носить не придется. Итак, внимание, смотрите, огромный просто дисплей. Далее, очень тонкий корпус, тончайший просто корпус, это явно заметно. Но, несмотря на такой тонкий корпус, у него мощнейшая батарея. В 2,5 раза больше, чем у обычного среднестатистического ноутбука, дорогие друзья. Далее, это очень важно. Он легкий. Посмотрите, я держу его буквально на одной руке, и рука не устает. И это еще не все. Он превращается фактически в планшетный компьютер. Смотрите, как легко и просто он раскладывается. Посмотрите, как он хорош. Посмотрите, насколько он стильный. Белый корпус, друзья. Причем он не просто белый, он матовый. Он не царапается, на нем нет вот этих вот потертостей, знаете, мелкие неприятные царапины, которые есть на глянцевых корпусах. Здесь все продумано. Важный момент. Поскольку сегодня день подарков в рубрике «Электроника», друзья, вы получаете огромное количество подарков при приобретении этого ноутбука. Итак, внимание, при заказе во время прямого эфира вы получаете беспроводную мышь и мобильный телефон. Мобильный телефон и беспроводную мышь в подарок абсолютно бесплатно при заказе во время прямого эфира. А еще, друзья мои, посмотрите вот сюда. Здесь подарки. Подарки от бренда Irbis. Это и Windows, и обучающие программы, и электронная библиотека, и многое-многое-многое другое, друзья. Посмотрите, обратите внимание, вот, пожалуйста, ничего устанавливать не нужно, все уже есть. Windows на месте. 3000 рублей вы получаете в подарок на приобретение книг в электронной библиотеке. Игру компьютерную получаете. Также 5 учебников и подарок 1 месяц доступа к любому курсу в Оксфорд. Итак, друзья, сегодня экономию вы получаете 8000 рублей. 8000 рублей вы получаете экономию. Это колоссальная просто сумма, я считаю. И обратите внимание, мобильный телефон и беспроводная мышь в подарок, друзья. Это самый семейный ноутбук, который был у нас в эфире. Итак, друзья, здесь огромное количество разных, самых разных возможностей. В том числе и прямая экономия. Вы ходите в кинотеатр. И я ходил раньше в кинотеатр. И теперь нет. Почему? Потому что я экономлю деньги. Огромное количество денег можно сэкономить без ущерба. Не экономя, так сказать, на своих эмоциях. Что это значит? Друзья, это значит, что вы без проблем можете не платить деньги кинотеатру, не подстраиваться под кинотеатр. И этот ноутбук окупится за 4 фильма. И я вам это докажу. Итак, друзья, вот он наш красавец ноутбук. И как я экономлю на кинотеатре. Я вам обещал рассказать. Смотрите, ставлю его буквально около телевизора. Можно и так. Можно подключить с помощью провода к телеэкрану, можно беспроводным методом. Беру мышь, которую вы получаете в подарок при заказе во время прямого эфира, как вы видите, она абсолютно беспроводная. Устраиваюсь в своем любимом кресле и смотрю фильмы. Любимые фильмы. Давайте посчитаем, друзья, сколько стоит поход в кино. 500 рублей один билет. Семья из 4 человек — это 2000 рублей. Плюс попкорн, плюс дорога, попить что-нибудь — это уже 3000 рублей минимум. 4 фильма. И у нас получается 12000 рублей. И это только на кино. Ну и посмотрите, старый стационарный компьютер, огромный размер, много проводов. Очень неудобно, подключать его проблемно. Зачем так мучиться? Тем более, что этот компьютер еще и зависает регулярно. К чему нам такие жертвы? Зачем тратить свое место? Зачем тратить свое время? И тратить свои нервы, потому что нервы мы тратим. Самый неподходящий момент, он зависает или тормозит. И это раздражает. Меня лично безумно это раздражало. До того момента, как я не приобрел себе ноутбук. Теперь у меня дома нет стационарного компьютера, а есть ноутбук. Поэтому рекомендую вам отказаться от старой техники. Итак, внимание, друзья, посмотрите, что здесь. Мы подключили наш компьютер к большому телевизионному экрану. В результате, играя в игры, мы получили игровую приставку, потому что все, что происходит здесь, я вижу на большом телевизионном экране, словно бы у меня дорогущая игровая приставка. Что это значит, друзья? Это значит,
что вы экономите огромные деньги. Сколько стоит приставка? 15, 20, 25 тысяч рублей. А здесь вы абсолютно бесплатно получаете ее. Великолепную, яркую, стильную, современную. Друзья, торопитесь, звоните, заказывайте. Сейчас или никогда. Потом уже будет поздно. Это 100%, друзья. До 25, а то иногда и больше, тысяч рублей вы экономите. Почему? Потому что вы уже получили эту самую игровую приставку. Тут вариантов огромное количество. Тут можно в разные игры играть. Кстати, идемте сюда, пока уж если вы здесь. Я вам хочу напомнить, что от бренда Irbis вы получаете Windows 10 в подарок. Не нужно его устанавливать, он уже установлен. Просто включаете компьютер, и у вас, оп, все уже здесь, все уже установлено, все есть. Плюс еще есть 3000 рублей на приобретение электронных книг. Это можно сделать и в смартфоне, и в планшете, где угодно. Просто 3000 денег вам дарят на покупку книг. Одна книга в этой библиотеке, а я покупаю книги именно там, стоит 230 рублей. Около 10 книг вы купите. Итак, давайте посчитаем реальные деньги. Сколько это стоит, друзья, если бы вы это отдельно покупали? Каждую из этих, каждый из подарков, которые мы дарим. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, здесь вот сейчас все видно и понятно, четко, очень. Суммарная экономия получается почти 10 тысяч. Почти 10 тысяч рублей экономите. Плюс подарки, потому что сегодня день подарков в рубрике «Электроника». Подарки на телеканала «Shop & Shop». Вы получаете беспроводную мышь и мобильный телефон. Да, мобильный телефон и беспроводную мышь. И то, и другое в подарок при заказе во время прямого эфира. Но только при заказе во время прямого эфира. Плюс бесплатная доставка. Оплата только при получении на почте. Сейчас платить ни за что не нужно. Посмотрите, даже ребеночек, даже маленький ребенок легко и просто разберется. Разберется с этим компьютером. И сможет и учиться, и развиваться, и играть, и отдыхать. Вы сможете общаться, фильмы смотреть, все что угодно, друзья. Звоните и заказывайте его прямо сейчас. Друзья, а вот так можно будет общаться с родными и близкими людьми, которые находятся в другом городе или даже в другой стране. Потому что раньше как-то было. Человек уезжает в другую страну. Вот у меня брат уехал в Грецию. Все, считай, пиши пропало. Сколько раз я в Грецию прилечу? Ну, один, ну, два раза максимум. И все. Ну, а теперь что? Теперь можно хоть каждый день видеть его, потому что не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Почему? Потому что когда вы разговариваете и видите глаза собеседника, вы его чувствуете. Вы чувствуете эмоции, вы видите глаза же, это зеркало души, видите, о чем он думает, друзья. Вот это общение, оно действительно дорогого стоит, а не просто какой-то бездушный телефонный звонок. Поверьте, это небо и земля. И потом телефонный звонок с мобильного телефона в другую страну будет стоить очень дорого. Я это знаю по себе. Ну а здесь... А здесь абсолютно бесплатно. Друзья, отличный, стильный, современный ноутбук с огромным экраном, с мощнейшим аккумулятором, по невероятно доступной цене. Только сегодня, плюс в подарок беспроводная мышь и мобильный телефон, и бесплатная доставка для вас.